Знаете ли вы, что самый известный поэт Серебряного века Александр Блок сочинять стихи просто не умел? И даже вообще не разбирался в поэзии. Рассказывают, что в 1906 году, когда 26-летний Александр Блок сдавал последние экзамены в университете, один из профессоров спросил: «Молодой человек, скажите, на что делятся стихи?» Я задумался и не знал, что ответить. А оказывается, на строфы. Вспоминал об этом случае сам Блок. Гениальному поэту стихи приходили свыше. Он слышал их, как другие слышат музыку. После 1918 года и поэмы «12» Блока часто спрашивали: «Почему вы больше не пишете?» На что тот отвечал: «Разве вы не слышите, что музыка кончилась?»